Привет, меня зовут Даша, и сегодня я снимаю тег «Охота на мусор». Все равно я не смогу выговорить на английском название, поэтому на русском «Охота на мусор». Итак, найдите книгу, название которой или имя ее автора начиналось бы на букву «З». Очень просто. «Запретная археология». Кто у нас автор? Майкл Бейджент. Найдите классику. Моя любимая Джейн Эйр, Шарлотта Бронте. Найдите книгу с ключом на обложке. Кто это? Татьяна Степановна, «Ключ от миража». Найдите самую старую книгу на вашей полке, и это 29-й том Максима Горького. Найдите на вашей книжной полке то, что не является книгой. Все, это... Попадала, потому что я обожаю заставлять свои книжные полки. Убедись в этом самостоятельно. Вот это, а еще это, и даже вот это, а еще вот это. Найдите книжку с девушкой на обложке. Екатерина Вельмон, «Полоса везения» или «Все мужики козлы», если не согласна. Найдите книгу с животным на обложке. «Посрамители шайтана» Андрей, он же Андрей, да, Андрей Белянин. Здесь есть и осел, и верблюд, чего еще нужно. Найдите книгу с мужским протагонистом. И не пришлось шарить по гуглу, пытаясь выяснить, что это такое. Мне это подсказала Оля Понедельник. Это изображение главного героя на обложке книги, и это, конечно, волкодав Марии Семеновой. Найдите книгу без изображений на обложке. Англо-русский, русско-английский словарь. Несмотря что такая потрепанная, она со мной с 5 класса школы. С тех пор много воды утекло. Найдите книжку с картинками. Запросто. «Египтология», издательство «Махаон». Тут на каждом развороте картинки. Найдите книгу с золотым тиснением. Я так поняла, что золотое тиснение должно быть вот здесь. Но я такую не нашла. У меня есть такая серебряное тиснение. Поэтому я выбрала просто, чтобы были золотом выложено название. Это 100 великих городов мира. Найдите дневник... Где? Найдите дневник настоящего или вымышленного персонажа. Джули Пауэлл, Джули, готовим счастье по рецепту. Это дневник кулинарного блогера своего рода. Ну, почти. Найдите книгу автора со распространенной фамилией. Нет ничего проще. «Золото Пунта» Алексея Иванова. И то, только не надо мне говорить, что Иванов редкая фамилия. Найдите книгу с изображением на очень близком расстоянии. Анхель де Куатье, «Маленькая принцесса». Найдите книгу, описывающую наиболее древний период времени. Это Жозеф Ронни Старший, «Борьба за огонь». Куда уж древнее, здесь сюжет застает те времена, когда люди только-только начали, собственно, научились огонь переносить, зажигать, все такое. Древние были времена. Найдите книгу в твердой обложке. Запросто. «Багдадский вор» Андрея Белянина. Найдите книгу бирюзового цвета. Дашкова, «Питомник». Найдите книгу со звездами. Почти в тему, потому что скоро 9 мая. Я хочу показать песни Победы. Звезда. И, наконец, найдите книгу не для подростков.
«Маркиз де Сад» Жустин. Вообще не для подростков книга. Хотя я ее прочла, когда была подростком. Да. На этом все. На этом все. Надеюсь, было интересно. Интересных тебе находок на своих книжных полках. Пока!